Здравствуйте, уважаемый любитель ножей. Мы находимся на озере Глухое Мякушинское. И сегодня я вам сделаю обзор ножей самурай. Ножи не новые, они у нас очень давно засертифицирован, я уже даже и не помню, году, по-моему, в 99-м, 97-м. Имеют такой чехол. Это вот я чехол не от него взял, вот этот. Ну, вот суть чехла вот такая. То есть здесь тоже повторяет форму клинка, он как бы идет скос. Такой. Вот это. Вот от большого самурая и от маленького. Вот лично мне, и, наверное, это правильно, я считаю, мне нравятся эти ножи именно с кожными рукоятями. Вот здесь вот кожа венги и дюралевая вставочка. Вот смотрите, как сделано. То есть она обжатая со всех сторон. Ну и дальше идет сквозная. Вот. Хотя это выкину сейчас пока. Я сразу скажу, хочу сказать, я этой формы не фанатик. Нож, на мой взгляд, рыбу удобно спарывать. Вот. В таком виде понятно, что какое-то там протыкающее движение очень удобно, именно острием вверх, как вы понимаете, да? Но все же мы здесь это, наверное, не будем рассматривать вот эти варианты, а все-таки мирное применение этих вещей. А мирное я пробовал им рыбу шкерить хорошо. И как-то один охотник профессиональный у меня просил именно нож вот с таким переходом, как у самурая. По его мнению, он должен хорошо именно цепляться за шкуру. Но в любом случае охотничьим это не назовешь, это больше любители вот этого японского стиля. Такие ножи берут. Ну и пойдемте вот посмотрим, как у нас гусики растут. Их уже выводят погулять наши ребята. Вот они. Вот им 2 недельки. Сколько им сегодня? 3 недели. Первые недели, третьей недели. Вот этим вот чудесным гусям 2 недели. Выросли они, надо сказать, фантастично просто. Вот. Вот такое вот количество. Только сам не наступи на них, Серег. Вот их выпускаем немножко погулять, попастись. Коля, они все здесь? Нет, половина в загоне уже. Половину в загоне? Да. Вот. Это не все здесь. Вот они там, вон еще. У нас. Посмотрите, они за нами как бегут. О! Вот такая вот у нас красота. Шикарное такое зрелище, на мой взгляд. В общем, обращаюсь в основном к землякам. Кто любит гусятину, зимой, осенью, после мороза, заказывайте. Будет. Будет. Вот они. Вон там он. Попил уже. А ужин все. Вот они уже из ведерки. Вот это. Ужин. Вот так вот быстро растут гуси. Очень хорошая скотина, на мой взгляд. Стоп.
Все, пошли. Наелись, начали мотаться только друг за другом, блин. Давай. А вот недавно привезенные. Породу забыл какая, какие-то хохлатые. И вот один вот этот желтый. Это вывелся у меня в инкубаторе. Почему-то из 20 яиц вывелся один. То ли яйца были застуженные, то ли еще что. А эти вот привезли еще 20 штук, чтобы не скучно было ему одному. Они как бы ровесники, но тот вот немножко выглядит слабенько. 20 штук и один из моего инкубатора. Так что вот, ну, ножи самурай я тестировать не буду, пусть их тестируют профессионалы, кто умеет ими пользоваться. Ножи очень популярные, до сих пор очень популярные, видимо, они как туристические, как, да, я вот честно скажу, пробовал ими только рыбу разделывать и пробовал еще рубить колышки, кустики, вместо мачете использовал. Заказать можно с любой рукояти, но мне очень нравится наборный кожух. В общем, у меня дел много. Пойду я. А вы вот, как бы... думайте по поводу вот таких вот ножичков. Я еще раз говорю, я не любитель японских форм, но судя по тому, сколько их заказывают, любителей много. Самурай большой, самурай малый. Дамаск, кожа венге. Всего доброго, до свидания.